Всем привет! Сейчас покажу видеообзор дома, который заказала наша подписчица. Она приехала с Ямало-Ненецкого автономного округа в апреле месяце и заказала у наших застройщиков вот такой вот дом. В августе она уже будет переезжать в новый домик. Дом находится в Краснодарском крае, в Белорецком районе, в поселке Родники. Вот такая вот улица здесь. До школы где-то 1,5 километра. До остановки автобуса метров 300. Сейчас посмотрим дом. Дом находится на 500-ках земли. Такой вот двор. Откатные ворота. Здесь легко откатывается. Дом сделан из газобетона. Облицован кирпичом. Между газобетоном и кирпичом воздушная прослойка 3 сантиметра. Вот такой вот здесь септик. Вот септик. В конце видео я покажу, как этот дом строился с нуля. Как копали фундамент, как заливали армопоезд. Все посмотрите. Это не как другие застройщики строят на сваях, соединяют потом между собой и говорят о том, что у нас выкопан фундамент. Сверху залит армопояс. Обязательно должен быть армопояс залит. Некоторые застройщики не делают его. Вот такой вот участок. Забита скважина. Стоит насос. Фильтр здесь. Выход с кухни в огород. Сейчас зайдем внутрь. Посмотрим, как внутри. Такой вот коридорчик здесь. Небольшой. Здесь хорошо поместится шкаф-купе. Вот уже натяжные потолки. Дом покупали с предчистовой отделкой. Вот натяжные потолочки такие. Со светильничками. Радиаторы отопления. Выведены везде розеточки, розетки даже под телевизор, антенна выведена. Очень просторная комната. Проходим в следующую комнату. Тоже натяжные потолки. Точечные светильники. Внизу розеточки сделаны. Радиатор отопления. Еще одна розеточка. Тоже кабель телевизионный. И 220 розеточки. Здесь две даже ставишь для телевизора.
прямо. Вот такая ванная комната. Просторная, хорошая. Вот, смотрите. Здесь можно поставить или душевую кабину, или ванную. Вот, кто видит, вверху залит армопояс. Такой он серого цвета. Вот такие газоблоки. Или как газобетон. Полы идеально ровные. Заходи и клади плиточку. Дом очень светлый. Вот смотрите, какие ровненькие стены. Также здесь в этой комнате розетка и кабель под ТВ. Здесь теплые полы в этой комнате. Потом в двух маленьких ванной. Да, двух маленьких нету. В двух маленьких вот этих комнатах здесь уже нету теплых полов. Потому что здесь делают как спальня, здесь ламинат. А где ламинат, теплые полы не делают. Здесь тоже теплый пол. Выведена резетка под сплит-систему. Вот так. Хорошая комната такая. Идеальные стены, гладенькие. И кухня-гостиная. Просторная. Натяжной потолок. Очень много точечных светильников. Выводы под горячую холодную воду. Здесь розеточки. Здесь еще розеточки. Достаточно везде выход на теплый пол. Вот так вот. Уже стоит газовый котел хорошего качества. Тоже розеточки везде. Под сплит-систему розеточка. Здесь теплый пол и радиатор отопления. Вот так. И выход в сад. Вот здесь розетка и телевизионный кабель. И по низу еще розеточки. Вот. Очень хорошая кухня. Просторная. Так что сейчас вы по окончании этого видео увидите, как этот дом строился с нуля. Не забудьте написать комментарии, поставить лайки. Так что приятного просмотра далее.